Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Тоха и Пельмеха, и сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Всем салдарот. Привет, ребят. Ребят, сегодня у нас бимка, и сегодня у нас подъем по горе, либо же шоу под названием «Пол — это лава». У нас есть, ребят, сегодня огромнейшая гора, по которой мы будем пытаться убегать от потопа. У нас, ребята, есть вот такая вот вода, которая при нажатии на клавишу «Старт» начинает подниматься вверх. Наша цель — постараться от потопа убежать, не утонуть, ну и максимально постараться больше баллов заработать. Кто уезжает дальше оппонентов или же быстрее доезжает до финиша, зарабатывает больше баллов. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Ну а мы под самое начало вместе с вами грузим тачки рандомно, пока Тоха вернись в семью, Антон улетел, Антоша улетел, да, я понял. Ну а мы пока с вами меняем тачки рандомно и смотрим, кому что достанется. У меня это, так, BMNG-шное пожелание можно оставлять, но я не буду пока брать BMNG-шную машину. О, у меня Бугатти выпала, новая, однако, Бугатти, которая Ланойер, она прикольная, прикольный салон, прикольная внешка, чисто black car полностью. У Пельмехи пока BMNG-шная машина, ждем пока еще машину. Так, в итоге, о, кстати, у Пельмехи-то в итоге прикольная машина, это GLC AMG, блин, прикольная, прикольная реально машина. Тоха, давай, пока ты себе загрузи, чем и другое прикольное место Кёнигсега этого. А у Тохи в итоге это 350Z, однако прикольненькая, прикольненький Nissan, окей, хорошо. Будем мы стартовать на счет 3 и посмотрим, кто уже будет на финише первый, и давай, Тоха, отсчеты будем мы газовать. Сейчас, я вспомню, как здесь включать воду. На клавишу старт, да, и все. Вот, нашел. Ага, готов, давай. 3, 2, 1. Поехали! Так, ну ясно. Нифига это. Окей, окей, да. Ну, слушай, знаешь, здесь же есть прыжки, поэтому... Ничего пока не известно до конца. Все шансы есть, как говорится. У меня Бугатти пока под вопросом. Она вроде как и неплохая, но у дрифта я словил, офигеть. Не, ну я не уеду. Все, я уеду. Да, он все. А, Антоша все минусовался. Совсем. Я кое-как 86 набрал. Ну я понял, у Тохи прямо совсем все плохо было в итоге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что случилось? Куда его? А вот лежачки опасные. Бодай, бодай его. Бодай. У меня нет смысла его бодать. Ну да, Пельмеха и так хорош. Так, тихо. Пацаки, Газпол, давай! Бугатти, давай, поехали! Так, вода, в принципе, близко, но как будто бы далеко. У меня перегрев. Теперь есть. Нет, Пельмей, дурак! Пельмей! Пельмей! Хорош! Хорош. Ну, ядрен батон Пельмеха. Моя школа. Ты живой куда еще? Куда ты поехал, Лупин? На трассу. У меня машина все не рулит. А, давай. Все. Нет, вода близко, вода близко. Нет. Зима близко. Нет, я не успел. Я не успел, пацаны. От пельмени, от человек или кто-то там. Полуфабрикат, как тебя называют, Куст, я понял все с тобой, ладно, хорошо. Я тапку в пол жму. Я понял, что у тебя плохая в итоге машина была, ладно. Окей, новый раунд, новые тачки, в итоге 3 балла пельмени, 2 балла мне, 1 балл Тохи. Вы пока меняем машины, у меня это, так, это BMNG-шная история. О, Лансер, однако, ничего. Так, в итоге, значит, получается, опять-таки, у меня это Лансер, это вроде бы это Evolution 9 или какой там 8. И здесь две ламбы, просто одинаковые, типа ламбы одинаковые, два Авентадора, но у Пельмехи это ламба, опять-таки, Авентадор Liberty Волк, какая-то на расширениях. Ну, у Тохи просто SVG. Ну, в общем, прикольная машинка, на самом деле. Ну, типа того. Ладненько, будем мы стартовать на счет 3. Желаю всем удачи. Давай в этом случае, Тоха, отсчеты будем мы газовать. 1, 2, 3. Поехали! А я поеду. Так, я понял, здесь две ламбы очень быстрые, пацаки. Но, окей, я не отчаиваюсь пока, потому что Лансер, ребят, должен в итоге поехать. Но он просто обязан в итоге поехать. Я на это очень надеюсь. Лежачие полицейские существуют. Да, еще вот они, на самом деле, они могут всем... принести долю интересности в этот заезд, скажем так. В принципе, отрыв пока не очень большой, но отрыв имеется. Так, Пельмеха, выноси Тоху, выноси его. Нет, я сам себя вынесу. Реально? Что там у вас происходит? Занос нет? Есть там что-нибудь у вас? Пацаны, ну давайте, выносите друг друга. Я боюсь, стану просто.
Что там происходит ну, у вас? Я миссию выполнил, собачонок. Реально, Тоха как будто подотстал, но... Нет, в меня влетели просто. Нет, нет, ну, а ты... давай, в подъем, ну, в подъем, в подъем. Не, я не успел. Я ехал до Тохи, я бы, наверное, даже догнал. Хотя нет, Тоха и так уехал. Никита. Неплохо. Ого! Тоха горит, летит просто. Мне один балл в этом раунде. Ай, Тоху занесло! Развернуло! Развернуло, но в принципе поехал дальше. Посмотрите на того гонщика нормально, нелегального. Нормально, Пельмеха заезжает, зарабатывает 3 спокойно. Балла плюс 1 за финиш, то есть 4 балла а за помнят, раунд. Да, это реально очень круто. Две линии первые финишные пересекаешь, можно. Да, да. Кстати, Пельмеха, можно разворачиваться, потом мешать после того, как ты финишировал. Ну да, есть такое. В итоге 4 балла Пельмехи, 3 балла Тохи и 1 балл мне. Да, конечно, сейчас придется как-то, ребята, отыгрываться, потому что прямо я баллы проиграл. Ладно, но мы не отчаиваемся. Новый раунд, новые тачки. У меня это... О, у меня лам... Ой, это фера в смысле. Фера прям-таки неплохая получилась. Это пока BMW-шная машина Пельмехи, я вижу, да. Так, в итоге Пельмехи это Мустанг, он едет. Нажми пока на газ, он поедет или нет? А, он сломанный, да? Наверное, сломанный, скорее нет. всего. А, не, поехал, нормально, нормально, да, неплохо. И в итоге Ламба Мурсилага у Тохи. Окей, будем мы стартовать на еще 3. Первый, и, в принципе, да, буду стартовать на еще 3. Давайте сделаю я отсчет давай, и будем давай, мы газовать. Давайте. Раз, два, три, поехали! Так, ну, главное Пельмехи, в принципе, словить зацеп. Вот да, словить зацеп это самое главное. Ага. Я уже потому что боком начинаю идти. Ну, ты там, конечно, такой дрифт-то лютый, честно говоря. Но если словишь, будет неплохо. А, а все, да, минусовался. Развернула таки Пельмеху, да, так понимаю? А, вон как это едет. Я прошарил, как работает эта ламба. Как она работает? А как она работает? Да, у нее, короче, на определенной скорости выпускаются закрылки. Ага. Вот. И они стабилизируют полет. А-а-а. Как оторвать эту хрень? Я понял, но я в итоге первый. Пельмехи один балл, так понимаю, да, ты уже минусовался окончательно. Я не могу бампер оторвать свой. А оно не нужно, езжай, он сам оторвется. Когда-нибудь. Ну, надеюсь, сейчас я без ошибок заберусь и заработаю свои 4 балла за раунд, ребят, потому что нужно как-то отыгрываться. Отыгрываться необходимо, скажем так, потому что пока явно я не первый. Ой, как это опасно было сейчас. Держаться, ну, держаться. Напрягся? Сейчас, да, только было опасно. Но вроде как метры увеличиваются. Ой-о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 й, это было опять-таки. Так, у меня оторвался кардан, но я надеюсь. Минус колесо! Кого? Чё случилось-то? Нет! Она не едет без колеса. А чё колесо-то оторвалось вместе со всеми там вытекающими, ясно. В итоге мне 2 балла, Тохи 4 балла зарал. Нет. Пока 3. Пока 3 балла. Пока 3 балла, Тоха. Пока финиш не проехал, Тоха. Я пытаюсь. Тоха. Я пытаюсь. Тоха, давай. Вот у меня было так же плюс-минус, только у меня еще колесо оторвало, понимаешь, чем прикольно? Так обидно. Да, понимаю, 3 балла мне, ладненько, пока меняем тачки, обратно пока вставайте. Я не доехал, ну, метров 20. О, теперь у меня ламба, которая у вас была в прошлом раунде. Прикол, на самом-то деле. Так пока, брат, Тох, возвращайся, да, и меняйте машину. Да, у меня только крыша есть. Это неплохо, неплохо, окей. Тачка, как говорится, такая мне нужна. А в итоге там я вижу, что у Пельмехи это GT-шка, которая AMG 63S. Ой-ой-ой, ребят, это очень крутая тачка, честно говоря. Она быстрая, то есть она не будет хуже моей. Это неплохо. Ну и пока еще машину ждем у Антоши. А в итоге у Тохи, ой, это что? Что-то новое. Это Корвет C8. Ну-ка, Тоха, газани. Она, в принципе, живая. Ну-ка, попробую, протестирую ее, потому что... О, слушай, да, вроде поехал, нормально. Кажется, задний привод такое чувство, что... Ну ладно, нет, неплохо. Окей, ушки. Держись! А, ну это будет сложно. Ну ладно, давай, Тоха, пока обратно вставай. И давай, Пельмеша, отсчеты будем газовать. Раз, два, три. Поехали! Ламба, Корвет и Мерседес. Тоха, главное, держи ее. Ой, Тоха, держи ее. Ой, это будет опасно. Да, Тохе повезло. Так повезло. Собака, да. Машина. Я понял, Тохе не повезло. Ну, а я, видимо, неплохо пошел, обгоняя пельмени, поехал дальше. Она нормально под водой едет. Ха-ха, реально. Тохе один балл, Тоха минусовался, я понял. Может, ты доплывешь до финиша? Но...
Это... О, тихо. Главное, без ошибок. Размотайся. Размотало, реально. Ну, можно как-то я зацеплюсь-то и поеду уже, алло, блин, ламба. В этой катке я болею за пельмеху. Пельмеха. Да, в смысле? Почему? Почему? Это что такое? Алло, я чем тебе не угодил? Я не понял. Потому что у тебя не такая машина, как у него. А у него какая машина? А что у тебя за машина пельмеха? А, понятно. А если бы одинаковая оказалась? Все равно за пельмеху. Блин, но я не догоню пельмеху, я на этих прыжках меня жестко размотало, поэтому... Ты выигрываешь слишком часто. Я не выигрывал еще ни разу в этом Тоха, алло. Догоняю! Догоняю пельменя! Нет! Пельмень, притормози! Пельмень! Пельмень! Давай, катись, давай! Я буду первый! Нет! Мне 4 балла пельмень. Доехал? Доехал. 3 балла пельменя, неплохо. Вот видишь, окей, поэтому балл. Я болел за пельмеху. У меня машина Тоха, сдохла. Ты чё такой? Почему ты вот такой, Тоха? Ладно, меняем пока машины. А чё? Смотрим. У меня машина. Нажми один раз кнопку назад. Да. О, теперь у пельменя такая же, только другая. Такая же, но другая. Возможно, поедет она лучше, кто же знает. Посмотрим. О, тебя, видишь, без дрифта поехала. Да. Поэтому я пока себе меняю. Меня это что-то тяжеленькое грузится. О, Колян Роллс-Ройс. Ёлки зеленые, как бы. Ну, это нифига себе. Типа, это тот самый, который... Прям Колян, прям Давидыча получается. Ну, ладно. А в итоге у Тохи это Феррари, которая это... Как она называется? F8T или как она называется? А, это P90 вроде бы называют. Или типа того. Ладно, будем мы стартовать на счет 3. Всем желаю удачи. И давайте я сделаю отсчет. 1, 2, 3, let's go! Ага, Колян так-то. Пацаны, а давайте увидимся где-нибудь. Я респался просто. На финише. Какой ты просто. Я тебя не трогал даже в итоге, я же не коснулся тебя в итоге. Ты меня сбил своим воздушным потоком. А, ну я бы на того пролетел, но тебя не коснулся, да. Блин, у меня греется машина. Не, у меня, ты знаешь, что сделал? Меня оторвался бампер передний, и колеса прогнулись просто. Я из-за этого дальше не смог ехать просто. Короче, у меня есть проблема, у меня перегрев ловится на этом колене. Я знаю, я вижу. Тоха, сбавь, если не лох. Играешься просто. Сбавь скорость, Тоха, если не лох. У меня капец сейчас... Что-то полетело. Блин, у меня, ребята, очень опасно ехать, я вам скажу, потому что у меня сейчас вот-вот и все уже. Вот-вот и все. А Тоха вот-вот и сам все. А я не буду спешить, аккуратненько. Главное, Тоху обогнать, все будет хорошо. Заводись. Оптимус Прайм. Дымлю, Тохи, я не поворачиваю, это она вправо. Она не поворачивала вправо. Ну ты че, Роллс-Ройс? Ну, Роллс-Ройс. Да не, ну все, я газ пола до, она не едет уже, все. Еще колесо сломалось. Она и дымится, а я все. А я, знаешь, я даже она так заглохла. Нет, да. Лежал, чтобы, как бы, типа, соревнования. Соревнования, да, да, Тохи 4 балла. Ты дымишь. Думаю, ну ладно. Да. Мне 2 балла и 1 балл на спельмени в этом раунде. Ладно, пока обратно вставайте, меняем мы с вами автомобили, смотрим, кому что меняет. В итоге Мерседес, это у нас Валт какой-то, Блэк Бизон, надеюсь, это АМГ вариант. Так, это все, короче, монстр траки и прочее, их можно менять, они как бы очень медленные. У них короче, максималки, ну, он типа не то, 100. Что медленный, вот, а он не едет вообще, да, газпол. Поэтому, да, мы их меняем, потому что это как бы неинтересно. А, в итоге у пельменя тоже, что было у Тохи в первом раунде, это 370Z. Кстати, ну их много, но как будто бы да. Это окей. А у Тохи пока, ну, Фера, пока ждем, пока он ее заменит. А у Тохи в итоге 222. Но я так чувствую, у нас сегодня будет с вами гонка, ну, овощ. Овощ-гонка, ребят. Два Мерседес, 221, 222 и 370. Ну, не а, нет, даже 350Z, ладно, да. Даже ну, окей. Не бороться. Раз, два, стоп. Ой, нет, да, стоп. Да. Так, давай пельмех и ты сделай, а что ты будем газовать? Раз, два, три. Поехали! О! О! Воу-в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 оу
было. Так, тихо. А я чё? Нет, вода. Ты все?
Ты заканчиваешься? А чё там у тебя? А чё там у тебя? Езжай, собака! Всё, пельмеха минус, да? Да. Да. Пельмеха минус, пельмехи один балл. Да не надо было. У меня как бы просто стейдж стоит на 221, поэтому я еду. Тох минусовался? Да. Два балла Тохи. Ну я ладно, вопрос лишь в том, теперь доберусь ли я или же не доберусь ли я. Смотрим. Себе. Что там в плане салона? Ну, неплохой такой салончик, пойдет, нормалды, как говорится. Ну, а мы газ пол, ребята, летим. Скорость 230, однако неплохо. Слушайте, по скорости-то. Конечно. Да. Есть какие-то проблемы с оборотами, они как будто бы дергаются. Это, ребят, не страшно. Ну, скорее... Ага. Ну, скорее всего, видимо, я возьму свои 4 балла в этом раунде, и все будет круто, ребят. Поэтому, ну, конечно, конкуренции никакой, Тоха в этом раунде никакой, как говорится, прям вообще, вообще никакущий, да. Поэтому, да и в принципе, ребят, на этом раунде мы заканчиваем с вами ролик, да, пока я добираюсь до финиша. Ну, у нас продолжение в новом ролике будет с Тоха, где с Тоха будем бодаться. Я приготовился тебя в следующем раунде, это... Ну, не в этом раунде, не в этом раунде, да. Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А также и... ага. Не забывайте подписываться на Telegram, на Рутуб, на Дзен. Ссылочки в описании, на ВК в том числе. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.